Наш мир держится на людях, которые дарят добро. И в преддверии Нового года, как никогда актуальна, их помощь детям. В Раменской школе номер 6 впервые прошла акция «Корзина добра». В ней приняли участие родители, дети и учителя 6-й школы. Мы собирали сначала подарки для своих деток, но их оказалось так много, что нам бы хотелось их отдать еще и в город. Наверняка есть семьи, в которых есть дети, нуждающиеся, которые хотят получить подарок, но не всегда родители могут себе это позволить. Мы бы хотели, чтобы от нашей школы эти детки получили подарки. Поэтому мы собрали вот эти вот сувениры, сладкие и игрушки для детей, и передаем их волонтерам, которые отправят от имени нашей школы в город. Наши дети самые добрые, отзывчивые, и когда очень страшно быть ненужным, больным, нелюбимым ребенком. И самое горькое – это когда есть у людей вот это равнодушие. Но, к большому счастью, наши дети откликнулись. И это еще раз подчеркивает и говорит, что в мире больше все-таки добрых людей, чем плохих. Идея проведения благотворительной акции «Корзина добра» пришла всему педагогическому коллективу. Ведь в образовательном учреждении работают дружные и сплоченные педагоги. Помимо сладких презентов в подарки вошли канцелярские принадлежности и новая одежда. Более сотни детей из школы номер 6 и Раменского округа в канун самого главного праздника в году станут немного счастливее. Хочу выразить отдельную признательность, благодарность классным руководителям, которые провели работу с родителями, с детьми, потому что мы не думали, что столько людей откликнется именно на данную акцию. Работа была проведена колоссальная, потому что нужно было разобрать, отобрать. И все подарки приносили, конечно, и хорошего качества, и красивые, и хорошо упакованные. Благотворительное мероприятие в 6-й школе для организаторов – важное и значимое событие в уходящем году. Педагоги надеются, что таких акций станет больше. Стоит отметить, что огромный вклад в проведение праздника для детей внесли и волонтеры. У нас большая команда, и мы всеми силами, какие у нас только есть, пытаемся помочь деткам из малоимущих семей, из семей, которые оказались в трудном финансовом положении. Хотим выразить огромное спасибо 6-й школе, что они организовали акцию «Корзина добра». Им удалось собрать так много сладких подарков, просто подарки, канцелярию. Дети и учителя 6-й школы для ребят ставят новогодние спектакли с соблюдением всех мер безопасности. А ученики младших классов подготовили поздравления и выучили песню. В ночь снежный коровод закрыт на улице, кто-то ходит у ворот, сердце ворчит. Видно, это Новый год, брось за околицы, ярко в нашем доме елочка горит. Сергей Григорьев, Алена Иванова, Егор Кабанов для программы «Городские вести».